Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Машенька, Машуня, Черняк. Сегодня Рождество. Всех поздравляю с этим православным праздником. 7 января православные отмечают Рождество Христово. Рождество является одним из самых главных праздников православной церкви. Именно в этот день Пресвятая Богородица родила Сына Божьего Иисуса Христа. Рождество – это великий праздник для всех христиан. Рождество имеет фиксированную дату 7 января, 29 декабря по юлианскому календарю. Именно в этот день заканчивается рождественский пост и начинаются святки. Это дни от Рождества до крещения Господня. Ну, это 4 века. Праздник отмечался 6 января. Был совмещен с крещением Господним и назывался Богоявлением. В 4 веке дату празднования перенесли на 25 декабря. А после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, православная церковь стала отмечать рождение Христа 7 января. На самом деле точная дата рождения Иисуса не зафиксирована. У иудеев не было принято отмечать дни рождения. Поэтому древние христиане не праздновали Рождество. Перенос события с 6 января на 25 декабря, скорее всего, связан с желанием церкви наполнить христианским смыслом языческий праздник Солнца, который отмечался в эти дни римлянами. И вплоть до 16 века эта дата была едина для всех христиан. В результате ряда причин разница между старым юлианским и новым григорианским стилями к началу 20 века составила 13 дней. Мы вплоть до 1918 года жили по юлианскому календарю и праздновали рождение Иисуса 25 декабря. Затем советское государство ввело новый стиль. С 1929 года празднование Рождества было под запретом в нашей стране. Только в декабре 1990 года Верховный Совет Российской Федерации объявил 7 января официальным нерабочим днем. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!